Эх, Танька, Танька. Ежедневная картина. Мама вновь шедевр творит. Ее маленький мужчина на это снова вдохновит. И акварелью, и не маслом, мне вообще не надо красок. Из колготок, из носочков, из трусов, да из платочков, из футболок и штанишек моих миленьких мальчишек. Разноцветную палитру на картину нанесу, но все высохнет к утру. И шедевр я унесу, чтобы вечером опять новый постер создавать. Мам, так сегодня же 8 марта. Да? Тогда сделаем вот так. Весной все расцветает. С праздником, дорогие мои.